можно пару уточняющих вопросов? Да? Конечно. Вот вы сказали, что влюбились в Россию. Да. Да. И все, больше ни в кого не влюбились. Просто если так, все будет совсем просто, будет легко все сделать. Нет, на первое место, конечно. Странно, такая красивая девушка, и до сих пор ни в кого не влюбились. Вот. Но в вас наверняка уже влюбились, это 100%. Даже в ходе вашего выступления здесь много таких в зале. А вы откуда? Из Италии? Из какого? Я из региона Милана. Из Милана? Да. Север Италии? Да, правильно. Угу. Это хорошее место. Промышленно развитый регион Италии. Ну, Италия всегда нам была близка, потому что я помню, как я приезжал в Италию, как там встречали люди в некоторых местах совсем, как дома себя чувствовал, это точно. Ну, Милан – это такая трудовая провинция Италии. Промышленность развита хорошо. И то, что вы сейчас сказали о том, что вы разделяете и наши морально-нравственные, традиционные ценности. Вот это то, как раз о чем я говорил. То есть эти ценности не только наши. На самом деле они и в Европе. Многие люди придерживаются именно таких ценностей. Поэтому это здорово. Только как идея хорошая. Вот ориентироваться на традиционно нравственные ценности при приеме людей, которые хотят у нас здесь жить. Только как определить, каких реальных ценностей человек придерживается?